износостойкий, долговечный и легкий в эксплуатации. Линолеум, пожалуй, самый популярный строительный материал для отделки полов. Причем используют его не только в жилых помещениях, но и в офисах или общественных заведениях. Отличие только в толщине или утепляющей основе. В Старой Кулатке показали производство «Линостар» губернатору Алексею Русских. И сколько по технологии находится материал в печи по времени? 4 минуты все должно быть. Вход. Через 4 минуты он выходит, да? Выход, да. И этого хватает, чтобы клей высох, да? Да, и по технологии это нужно там 3,8-4 минуты. А как эти барабаны термостатируются у вас? За счет чего? Что там в них? Теплоноситель? Пара генератора у нас работает, и пара подает сюда. Главный товар компании – линолеум для электропоездов по заказу РЖД. На производстве работают 30 человек. Дилеры компании работают по всей стране, а также в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Предприниматели заручились господдержкой. Вместе с главой региона обсудили перспективы роста и расширения производства. Мы на этот год тоже согласовали. У нас в бюджете 1,5 миллиона есть на компенсацию логистики в региональном бюджете, благодаря вашей поддержке, Алексеевич. Соответственно, на федеральном тоже есть, но вот мы сейчас их готовим на это. Потом мы с ними на выставку поедем на Мосбилд. Мы сейчас уже выросли до продукции, уже такой хороший, большой, поэтому на Мосбилд в этом году поедем. Алексей Русских поручил профильному ведомству оказать предприятию поддержку в продвижении, участии в международных выставках и софинансировании логистических затрат экспортных поставок. Напомним, в 2023 году по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» годовой целевой показатель экспорта в регионе перевыполнен на 113%. Анна Тищенко, Управда ТВ.